Вы смотрите новости онлайн. На протяжении нескольких недель Дана Борисова рассказывала, какие замечательные у нее отношения с дочерью и как хорошо они проводят время в спа-салонах. Но похоже, что Дана лишь выдавала желаемое за действительное, и ничего хорошего между ней и Полиной не происходило. В этом она призналась сама, рассказав, что, наконец дозвонившись до дочери, услышала от нее слова: «Да какая ты мне мама!» Если все это произошло несколько дней назад, то не исключено, что Дана приняла совсем не таблетки от кашля, а что-то посильней, но потом одумалась. Конечно, Дану жалко, но если она реально хочет вернуть дочь, то надо перестать зарабатывать себе на жизнь, торгуя с телевизора историями своей жизни. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!